OMTV.ua. Пром найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Президент України підписав указ про оголошення 16 лютого Днем Єднання. Згідно з цим документом, потрібно буде підняти державний прапор України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах, виконати о 10-й годині державний гімн України, провести закордонним дипломатичним установам України в державах перебування відповідні іміджеві заходи, спрямовані на єднання та підтримку України. Також в указі йдеться про те, що Кабінету міністрів в одноденний строк потрібно затвердити план заходів, який передбачатиме забезпечення з 1 березня поточного року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Збройних сил України на 30% та доведення до 20% від початку 2022 року підвищення грошового забезпечення військовослужбовців Державної прикордонної служби та Нацгвардії України. Створення єдиної інформаційної платформи UA Разом для забезпечення щоденного інформування населення про реальний стан безпекової ситуації, про заходи, що вживаються для зміцнення обороноздатності держави, а також організацію належної інформаційної роботи про діяльність державних органів з питань безпеки громадян. І нарешті прискорити створення та функціонування системи територіальної оборони, належного ресурсного забезпечення заходів із підготовки громадян до національного супротиву. Ну, знаєте, ви посмотрите на цю ситуацію по-другому. Хто від цього виграв? Я вам говорю, що Україна від цього виграла. Во-первых, ми повністю осознали, что даже те, кто сомневался, я-то не сомневался, вы тоже, ну, есть у нас такие люди, что Россия — это враг, это страна-агрессор, с которой договориться не удастся никому. Посмотрите, на фоне этих истерических заявлений, истерических, панических, а может предупреждений, кто свалил с Украины в первую очередь? Депутаты ОПЗЖ. Да, вот эти вот бляди, которые говорили, что у нас гражданская война, нужно договариваться. И так далее, и так далее. И они все уехали. Где этот любитель бегать с автоматом Илья Киева, который говорил, что мы один народ с Российской Федерацией, да-да, что надо нас освободить, Украину от украинцев. Куда эта падла поехала? В Россию? В Беларусь? Нет, он не кретин. Хотя тут есть сомнения, но тем не менее, он уехал в Испанию. Вот знаете, я сделал отдельное видео, потому что сегодня Госдума обратилась к президенту с требованием признать оккупационной администрации. Тут решение это, его ценность равна нулю, потому что депутаты в России равны нулю. Но вот мне интересно, как вот эти вот негодяи из ОПЗЖ будут в следующий раз ехать в Москву на переговоры с «Единой Россией»? Да? Вот согласитесь, вопрос такой хороший. По-моему, эту партию коллаборантов нужно разгонять. Теперь, что касается нас. Вот кто-то попил немножко валерьянки, кто-то нет. Я, например, во время пика эскалации заказал шторы в свою большую киевскую квартиру. В детскую комнату еще в одну. Почему? Потому что я лично не собираюсь никуда убегать. И если станет вопрос, я не собираюсь за Украину умирать, я за нее буду убивать. И вам рекомендую. Потому что когда ты с такой экспрессией относишься к ситуации, то вот эти вот, те, кто с другой линии фронта, они очень быстро успокаиваются. Так вот, понятно, что Украина понесла финансовые потери. Отток инвестиций, паника на рынках, гривня начала качаться. Даже вот некоторые авиакомпании не смогли сюда летать, потому что самолеты у них в лизинге, то есть в аренде. И их собственники сказали, нет, нет, потому что придет Путин и начнет сбивать пассажирские самолеты, как он сделал MH17. Потери есть, но из хорошего и важного. Вот в этой операции по убеждению мира в том, что Путин равно Гитлер, да, Украина понесла финансовые потери, но нам все компенсируют. Вот посмотрите заявления разных правительств. Соединенные Штаты, $1 миллиард государственных гарантий. Правительство Канады 400 миллионов. Шольц был в Киеве, там сколько, 150 миллионов, по-моему, могу с цифрами путаться. Потом Европейский Союз, отдельный пакет помощи. Короче, это я все к тому веду, что в
части экономической стабильности здесь все будет нормально. Нет, чтобы было зашибись, чуть другое слово не сказал. Тут надо, конечно, не на гарантии и на помощь западную рассчитывать, а меняться самим внутри страны. И что? Провести наконец-то конкурс. Теперь уже не только на главу специальной антикоррупционной прокуратуры, но еще и на руководителя НАБУ, нашей любимой организации, которая ловит коррупционеров, независимо от того, в какой они фракции находятся. Ну, это так. К слову, поэтому вот смотрим заявление. Кулеба сообщает нам, что западные партнеры решили выделить Украине помощь на общую сумму 2 миллиарда. Вот что круто, понимаете, вот с кем-то одно дело, как у нас было до 2013 года, как у нас с россиянами все было, то есть они там душили при любом случае. Здесь же вот был разыгран этот такой геополитический пасьянс, и вот, пожалуйста, компенсация за финансовые потери. Ну, с такими людьми можно иметь дело. Это к тому, что джавелины остаются у нас. Стугны. Да, стугны — это наши корсары. Джавелины, что там, НЛОУ и стингеры. Это же все у нас остается. Его никто забирать не будет. И, кстати, на этом фоне правительство Канады приняло какое решение? Правильно, открыть или присоединиться к военному ленд-лизу для Украины. Вы представляете, вот вообще, состояние российского танкиста, который был на учениях в Ростовской области, в Воронежской области, в Белгородской, в Смоленской. Они думают, ёксель-моксель, вот это Путин всех переиграл. И тут агент Оля показывает на телеканале «Россия-1» видео, как украинский боец берет эту штуку, и башня оторвалась от российского танка. А в башне полетела голова российского танкиста, а тело осталось. Он же это понимает. Представляете, какие они счастливы. Как счастливы они сейчас, когда уезжают домой. В пункты постоянной дислокации. Поэтому расслабляться не надо, что я имею в виду. Всегда вот эти вот будут заявления, что Украина нападет. Вот даже Песков говорит, нельзя исключать силовой операции на Донбассе со стороны Украины. Нельзя исключать. Как нельзя и быть уверенным, что она будет. То есть вот эта пропагандистская фигня, она будет продолжаться. Из того, что тут важно отметить, что вот официальных решений о возможности признания России оккупационных администраций не принималось. Это говорит о том, что в Кремле прекрасно понимают, что если они признают оккупированные части в качестве независимых государств, то Минским соглашением хана. То есть Украина просто за секунду ускоряет свой темп на пути интеграции в ЕС и НАТО. А эти грустят при русском мире. То есть вот так выглядит экспозиция и положение дел на сейчас. Это все к тому, что тут вывод какой. Нужно просто верить в свою страну, не в Зеленского, не в Кулебу. Вот можно в Залужного верить, потому что он главнокомандующий ВСУ, то есть Вооруженных сил Украины, вот это нормально. Тем более, видите, у нас же страна такая, что мы здесь не строим героев, у нас нет кумиров. Выйдите на Андреевский узвиз, там что продаются? Трезубы, флажки желто-голубые, в общем, вся национальная атрибутика. Потому что что? Потому что гривня и трезуб здесь были как тысячу лет назад, так и сейчас. А в Кремле, то есть не так, а в России на аналогичных раскладках кто? Владимир Путин. Теперь внимание, вопрос. Вот силу и долговечность вот этих вот маркеров, знаков. Гривня, трезуб, уже тысячу лет. А Владимир Владимирович, да, он опередил Брежнева, но не так уж долго он тусуется на посту царя России в исторической перспективе. Да, идет на абсолютный рекорд, но тем не менее, вы понимаете о том, что рано или поздно эти кружки, там где у них там Путин в пилотке, Путин без пилотки, придется разбить и выкинуть. Они нарисуют себе нового царя.